Это, друзья, генератор, который работает без топлива. Он может производить халявное тепло и холод, а также вырабатывать электроэнергию и при этом крутится сам. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриэл, и сегодня в видео вы увидите генератор, который работает без топлива. Генератор, основанный на фреоне. Это, друзья, настоящий источник бесплатного электричества. Ну что, друзья, если я вас заинтересовал, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте распространять это видео, поскольку это очень важная информация, которую вы, скорее всего, нигде не найдете в интернете. Также все ссылочки будут в описании. Ну что, начнем по порядку. Этот генератор изобрел немец, и сделал он генератор на фреоне. Такой генератор сделать в домашних условиях будет достаточно проблематично, так что смотрите внимательно, полностью изучайте то, что я вам буду рассказывать и показывать. Этот генератор на самом деле работает достаточно интересно, и как объясняет сам автор, его принцип лежит в основе работы нашей Земли, то есть самозапитки Земли за счет того, что она как бы сама себя подкручивает, и в общем на таком же эффекте работает его генератор. Но об этом уже подробно в видео. Поехали! Так что же за такой секретный генератор, который работает без топлива? Производство электроэнергии без выбросов CO2. Здесь нарисован как раз таки Юпитер, и за счет этих процессов работает данный БТГ-генератор, то есть с помощью газов. Вот посмотрите, вот здесь нарисовано минус 101 градус, вот здесь вот в этом пятнышке плюс 1300 градусов. И давайте посмотрим. Благодаря искусственно произведенной технологической жидкости 190 кг на L стало возможным генерировать бесконечный энергетический процесс. В общем, этот сайт посвящен тому, что проходила некая выставка, вот можете наблюдать, с нее есть фотографии реального прототипа, а также видео. Давайте сейчас быстренько пробежимся по видео и посмотрим, что же за такой генератор. В общем, вот идет презентация, и вот он находится, сам секретный генератор. Но на самом деле здесь секрета никакого нет. Автор полностью раскрывает, как оно работает, откуда берется дополнительная халявная энергия. И об этом здесь тоже будет рассказываться. В общем, все интересные люди. Также вот он сам изобретатель, который изобрел сие чудо, скажем так. И вот мы можем краешком наблюдать его установку. Она работает на газе. Также полностью весь принцип объяснен. Будет ссылка также на YouTube-канал оригинала, так что обязательно смотрите. Ну что, а теперь посмотрим принципы. В общем, здесь опять-таки нарисован Юпитер, и как раз-таки рассказывается то, что за счет трения у нас идет халявный нагрев и халявное охлаждение. И в общем-то это и есть свободная энергия. Также прилагается вот такое видео, которое я тоже вам вставлю, где две части этого генератора. В одной части газ расширяется, в другой сжимается. Соответственно, вот здесь верхушка охлаждается, а низ нагревается. И при этом вырабатывается халявная энергия, которую можно снимать элементами пельтье, то есть термогенераторами. Далее я бы хотел показать, как в будущем можно производить чистую энергию и как ее можно гарантировать на все времена. Практически все физики, с которыми я встречался, заранее заявляют, что невозможно генерировать энергию в изолированных системах. Тем не менее, я могу опровергнуть это распространенное и вполне правдоподобное мнение. В основе новой системы генерации лежит физические константы. Вновь созданный процесс происходит во вращении изолированной системы, центробежная масса, и поддерживается только за счет сохранения углового момента. Приведя во вращение, центробежная масса сохраняет свое вращательное движение. Это становится возможным благодаря сохранению углового момента.
Внутри маховика образуется вторичная и независимая система сохранения энергии, из которой можно отводить энергию. Внутри маховика выделяется гораздо больше энергии, чем требуется для поддержания углового момента маховика. То есть вы понимаете, друзья, то, что у нас получается вот таким образом свободная энергия. Дальше я все зачитывать не буду, сами посмотрите, здесь полностью есть описание, как это работает, как это сделать, формула расчета, вы посмотрите. Здесь просто все указано, как оно работает и как это получается можно повторить. И самое интересное, друзья, здесь вот если пощелкать, здесь на самом деле очень много подробной еще информации. Также я некоторые переводы видео сейчас тоже буду делать. Вот она у нас как раз таки формулы всевозможные. Также простейшие опыты, которые мы в будущем с вами тоже проверим. То есть как можно повторить, да, чтобы все это дело, система эта заработала. Основной принцип сохранения момента количества движения на Земле объясняется на примере волчка. Когда гироскоп достигает определенной скорости вращения, возникает так называемый гироскопический эффект. За счет сохранения углового момента на определенной скорости, в этот момент гироскоп перестает вращаться вокруг собственной оси. Сила тяжести действует сверху, создавая трение в нижней точке оси. Кроме того, сопротивление воздуха замедляет вращение волчка. Для сохранения постоянного углового момента гироскопического эффекта требуется лишь минимальное количество энергии. Требуемая мощность маховика при работе. Тут здесь должна быть фоточка. Физическое описание. Сохранение углового момента волчка основано на том, что при крутящем моменте в рамках нулевой системы, система без внутреннего трения, эффект волчка, образуется фиксированную величину сохранения энергии. В космосе существует почти идеальная изолированная нулевая система. Следующие два эффекта углового момента описывают, что там требуется столько же энергии, сколько необходимо для поддержания углового момента волчка. Для этого внутренняя часть испытательного устройства, в скобочках маховик, была заполнена жидкостью. Как и в случае цистерн с жидкостью для грузовиков, перегородки надежно удерживают заполненную жидкость во время разгона и торможения. Так что инерция массы и жидкости не может возникнуть. При движении с постоянной скоростью жидкость для заправки движения с той же скоростью, что и сам грузовик. Радиальные перегородки выполняют эту задачу во вращающемся маховике. При вращении жидкость плотно удерживается между перегородками. Когда достигается фиксированная скорость в жидкости не может возникнуть инерция массы, которая может замедлить вращение твердого тела, а также центробежной массы жидкости. Кранен-энергия. Точка 0 превышена выше скорости 500 оборотов в минуту. В системе избыточное давление. Создана так называемая крановая энергия. На 2000 оборотах давление поднялось до 48 бар. Это давление сбрасывается на каждом сопле. Этот луч энергии высокого давления высвобождает энергию. Например, при 2000 оборотах в минуту впрыск осуществляется под давлением 48 бар. В этой вращающейся системе высвобождается избыточная энергия давления 45 бар, которая может быть преобразована в другие формы энергии без прерывания бесконечного цикла эффекта обратного потока. Факты. Этот отвод энергии не влияет на вращение маховика. Все три перечисленных системы являются изолированными. С чисто физической точки зрения, ранее было невозможно генерировать или извлекать энергию в изолированной системе. Ну что ж, друзья, если по-простому, давайте я вам объясню, как это дело работает. В общем, есть вращающееся колесо, где есть газ, который периодически то сжимается, то разжимается. И при этом мы тратим энергию, например, только на раскручивание этого маховика, то есть этого колеса, грубо говоря, да? И при определенных оборотах он начинает производить энергию, тепло и холод. И это тепло и холод мы можем спокойненько забирать. При этом тормозить эта установка не будет. И, соответственно, мы можем снимать больше электроэнергии, чем по факту тратим.
И далее, где-то здесь должно тоже быть то, что мы можем заставить маховик еще крутиться самому. Ну то есть, по идее, если подключить элементы PLC как бы на обратку, если их мощности будет достаточно, то мы сможем получать чистую халявную энергию. В общем, вот такие дела, друзья.